нормально вообще? Что вы делаете? Что я делаю? Вон там стиральная машинка, иди стирай. Я вас сделаю, не курить! На Алму посмотрела, умирай! Я вам еще раз объясняю, что это не я был. Это курите? Ты? Всем привет, ребят! Меня зовут Манифест, и это новый выпуск. Сегодня я со своим оператором гуляли по улице и встретили парня, который был пьяный, он лежал на лавочке и спал. Это был, ребят, всего лишь ребенок, ему было 14-15 лет. Естественно, мы не могли пройти мимо, и мы подбежали к нему и попытались ему помочь, там хотели вызвать скорую, но он пришел в себя, и мы решили отвезти его домой. Мы с трудом узнали, где он живет, его адрес, и отправились к нему домой. Почему это все мы не записали? Потому что, во-первых, у нас с собой не было камеры, а во-вторых, это было просто вот так все очень быстро, сумбурно, что даже если бы у нас была камера, мы, наверное, бы не начали снимать, потому что ребенка нужно было срочно спасать, ему в тот момент было плохо. Что произошло дальше? Смотрите, внимание на экран, всем приятного просмотра. Друзья, а перед началом видео хочу вас предупредить, что в этом ролике будет очень жестокая сцена, где мамка этого школьника попыталась меня ударить сковородкой по голове. Естественно, мы это не вставили в видео, но полное видео вы можете посмотреть в моем телеграм-аккаунте. Прямо сейчас переходите на него, подписывайтесь. Всем приятного просмотра. Твоя дверь. Алло, соберись. Стой. Здравствуйте. Ваш сын? Это что такое? Ваш сын, спрашиваю. Никита, ты что, пьян? Понятно. Проследите, меня Дима зовут. Здравствуйте, сейчас я. Здравствуйте, вы кто вообще такие? Сейчас вам все объясню. Стань нормально, робот. Я никуда вас не отпущу. Вы ответите за все, что вы сделали. Сволочи, наркоманы. Что? Что такое? Подождите, мы ваш сын домой привели. Вы нам еще спасибо должны сказать. Вот да такие вот у тебя друзья. Вот сначала они тебя напоят, а потом говорят, что не знают. Да какие друзья? Я его не знаю. Я проходил, вот мы проходили с человеком, нашли, он на лавочке валялся. Вот смотрите, весь мокрый, блин, ты тот, пьяный лежал. Все, ведите его туда, прямо в ту комнату, дальше. Там, налево. Вот это? Не, дальше, налево. Ага, все, понял. Давай, давай, соберись. Держите. Вот сюда, на подушечку. Тише, мой сладик. Сейчас все будет хорошо. Тише. А почему у него футболка грязная, штаны мокрые? Я в таком состоянии уже нашел, на лавочке сидел. Давай, я тебе помогу, вставай. Вот так. Давай, я тебе помогу снять. Нормально вообще? Что вы делаете? Что я делаю? Вот там стиральная машинка, иди стирай. Все, извиняюсь, нет. Давай, я ваш ребенок привелся нормально. Я с вашего позвонить подумал. Мне тут дверь, пройди, пожалуйста. Это ты виноват, ты же что вы творите, что больная? Чем я его накурил? Он пьяный, уж не видел с друзьями. Наркоманы, если ты его чем-то накурил, я тебя урою. Вы понимаете, что я вашему ребенку привел домой, вы мне спасибо должны сказать. Зачем вы меня сейчас обвиняете? Сволочь. Да как так можно было сделать? Ребенку 14 лет! Я вам объясняю, что мы его нашли в этой грифе, будто я его лично, блин, заливал ему эту водку в рот, блин. Бессовестный! Вы лучше за сыном, вы лучше своим следили, обнажался, как, смотри, как свинья сидит, блин. Ну сколько, 14 или 13 лет? Ты это вы, наркоманы, это вы виноваты, я знаю, что у вас есть противоядие. Руки можно? Вы еще нормально? Что? Противоядие! Какое? Руки от меня уберите, вообще быть неадекватно, больная что ли, блин? Thank you.
меня не все в порядке. Уберите эту сковороду. У меня не все в порядке. Где? Куда? Куда? Это у тебя сейчас не все в порядке. Сковороду уберите. Никита, сыночек, слава богу, ты живой. Скажи, это он тебя напичкал наркотиками, да? Я не помню. Ты точно не помнишь? Наркоман, это точно он! Он не надо его троить, он правда не помог, я тебя обманывал. Я гулял с Вадимом, и он принес фотку, я решил попробовать. Прости меня, пожалуйста. Сыночек, ты что? Ну ты же знаешь, что я за тебя любого порву, что я тебя люблю, но... Мы сейчас увидели очень хорошего человека, но зачем ты это сделал? Извините нас, пожалуйста. Дверь откройте мне! А это мой инстаграм-аккаунт, ребят, заходите на него, подписывайтесь, ставьте лайки. И если ты прямо сейчас зайдешь и подпишешься на мой инстаграм-аккаунт, то я сразу же выложу продолжение этого видоса.